Немецкая международная телерадиокомпания Deutsche Welle обнародовала украиноязычную версию интервью президента Украины журналисту Тиму Себастьяну о Крыме и реформах в стране. Интервью широко разошлось в международных СМИ, поскольку в нем перед Порошенко довольно жестко ставятся вопросы о перспективах возвращения полуострова под контроль Украины и невыполненных обещаниях президента относительно будущего страны. Говоря о крымской проблеме, Порошенко вернулся к уже заявленным ранее аргументам о том, что полуостров вернется под контроль Украины после того, как страна станет европейской, с высоким уровнем жизни и безвизовым режимом. Однако журналист довольно жестко пресек президента. Пане президенте, але одна справа, чого бажаєте ви чи мешканці Криму, інша – існує реальний світ. Ви не можете забрати Крим силоміць, а росіяни вам його не віддадуть. Для Путіна це було б рівнозначно самогубству. Ви знаєте це, я знаю, і решта світу теж знає. Чи не було б краще сказати про це людям? Я зовсім не хочу сперечатися з вами, Тіме, але весь світ розуміє, що це незаконна анексія. Весь світ, понад 170 держав, не визнають цю анексію та обіцяють ніколи її не визнавати. Тому що з нами правда, і весь світ теж з нами. Вопрос возвращения Крыма почти за два года его оккупации в украинских органах власти продолжает звучать лишь декларативно. За это время чиновники так и не представили даже приблизительного плана действий по деоккупации полуострова. Президент Украины ранее анонсировал принятие государственной стратегии возвращения Крыма. Спустя полгода после заявленного журналисты выяснили, что документ есть. Однако в Совете национальной безопасности и обороны страны его засекретили.